произведут начальный удар по мячу. Игра началась. Обыгрывает игрока, будет подача в штрафную. Алексей медлит, делает прострел низом. Мяч опять к нему отскакивает. Да. Никита Апит забивает первый гол в сезоне. Забивает где-то на 14-15 минуты матча. Тихонов делал передачу с фланга. Мяч заметался в штрафную перед вратарем. И Никита Апит сыграл на добивание, забил мяч в угол. Пошли в атаку. Вошел в штрафную. Сейчас будет подача. Пятнадцатый. Прошла подача. Мяч от нашего игрока отскочил. И пятнадцатый номер команды гостей забивает ответный матч на начале 28-й минуты. Счет становится 1-1. Неоправданная опять потеря Тихонова тайма. Литанович не достает. Мяч выводит игрока почти 1-1. Удар. И счет становится 2-1. Опять истина. Или, как говорится в футболе, не забиваешь ты, забиваю тебе. Игрок Ливадия прошел по краю. Сует мяч под удар. Но теряет мяч. Игрок Ливадия. Мяч у Тихонова. Тихонов передает точную передачу на Илью Медведева. Илью Медведев врывается в штрафную. Идет с мячом и забивает гол. Сравнивает счет. Илья Медведев на 47-й минуте, 17-й номер футбольного клуба «Ярви», забивает ответный мяч. Счет становится 2-2 в пользу гостей. В пользу хозяев, извините. Бывает, но мяч у Влада Смолина. Смолин бросает вперед на хит Тихонова. И Тихонов забивает третий гол. 3-2 в пользу футбольного клуба «Ярви». Удачно обработал Алексей мяч. В этом моменте обыграл игрока. Опять пошла 1-1. И счет становится 3-3. Передача за спину нашим защитникам с фланга. Счет становится 3-3 на 60-й минуте матча. Передача вперед, игрок забивает гол Ливадия. На 89-й минуте счет становится 4-3. В район штрафной выигрывает Гриша Типукин мяч, но раздается финальный свисток.